Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Godrlan приветствует вас. Вы видите на экране наши контактные данные, адрес электронной почты, телефон, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине не удалось досмотреть до конца, например, или время оказалось неудобным, мы выкладываем материалы вебинаров на сайт, и вы можете в удобное для вас время посмотреть. Сегодня наша встреча посвящена ЗУПу, и, соответственно, мы с вами сегодня поговорим про неявки. Неявки у нас могут быть разные, то есть у нас мы поговорим про больничные, про отпуска, про отпуск по беременности и родам, поговорим, как организовать работу с этим разделом в конфигурации, то есть что нам нужно дополнительно настроить, какие включить функциональные опции, справочники. Ну, естественно, поговорим про штатное расписание, про льготы, про социальное обеспечение и про дополнительные сервисы и отчеты. Построена у нас сегодняшняя встреча будет таким образом. Нормативную информацию, ее не очень много, а мы будем смотреть на слайдах и, так сказать, основные слайды будем по ключевым настройкам, если можно так сказать, смотреть, а потом будем с вами переключаться на демобазу. Сейчас я переключусь. И будем смотреть на демобазе то, о чем мы с вами поговорили, и будем ручками пытаться выполнить какие-то действия. Сейчас я подвину, чтобы нам не мешалось вот так вот. Снова переключаемся к нашим слайдам. Итак, то есть у нас с вами есть несколько вариантов, когда получаются неявки или отсутствие работника на рабочем месте. И, соответственно, в связи с тем, какой конкретно вид отсутствия у нас будет, будут эти отсутствия либо оплачиваемые, либо неоплачиваемые. И что такое уважительные причины и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины? Ну, по нормативным документам уважительными причинами считаются, во-первых, это форс-мажорная ситуация, то есть это всякие природные бедствия, эпидемия, коммунальная авария и так далее. То в этом случае у нас получается форс-мажорные обстоятельства, которые принимаются во внимание и, соответственно, оплачиваются, но при этом они должны быть подтверждены документально. Ситуации, которые связаны с транспортом. Это, например, переносы рейсов, задержки, например, поездов или рейсов и так далее. В этом случае это тоже будет считаться уважительной причиной. Причины личного характера, то есть, например, заболел сам работник или заболел его ребенок или родился ребенок. Если в вашей организации предусмотрены плановые медосмотры, то это тоже будет уважительной причиной. И, собственно говоря, если это исполнение государственных обязанностей, то есть, например, повестка в суд, мобилизационные мероприятия, сборы и так далее. И еще один момент, когда будет являться уважительной причиной, это задержка работодателем зарплаты на срок более 15 дней. Но в этом случае работник должен в письменном порядке уведомить работодателя, что с такого-то числа он прекращает работу в связи с тем, что заработная плата задержана на такой-то срок. То есть в этом случае причина считается уважительной, и период, когда работник отсутствовал, будет являться тоже, соответственно, оплачиваемые. Неуважительными причинами отсутствия является, ну, фактически прогул. Это если работник отсутствовал на рабочем месте более 4 часов подряд без учета времени на обеденный перерыв.
В этом случае, если, например, у вас рабочий день с 9 до 18, с перерывом с 13 до 14, то если работник отсутствовал с 9 часов утра до 13, например, 10, то это не будет считаться прогулом, потому что 10 минут приходилось на его обеденный перерыв. А вот если он отсутствовал, например, до 14 часов 15 минут, это уже будет отсутствие более 4 часов подряд. Перед тем, как говорить про неявки, нам надо проверить, какие сделаны настройки конфигурации. И сейчас мы с вами посмотрим, где и как эти настройки должны быть отражены. Извините. В этом случае у нас получится вот такой слайдик. Я отметила красным выделением, где мы можем его найти и что нам нужно будет отметить. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и посмотрим, как это, так сказать, на местности. А вот наша пиктограммка, по ней мы можем вызвать информацию о программе, то есть посмотреть, какой у вас стоит релиз, какая платформа и так далее. И нас интересует меню «Настройка», и в настройках нас интересуют параметры. То есть, когда вы сюда переходите, у вас открывается вот такое диалоговое окно, и вы можете выбрать внешний вид интерфейса. То есть, сейчас у нас с вами установлено такси. Это вот такое разделение, когда список подразделов расположен в левой стороне экрана. Если мы выбираем форму в закладках, то у нас вот это меню будет в верхней панели, ну и, соответственно, будут в новых закладках открываться другие документы или, ну, соответственно, то есть разделы, с которыми вы работаете. Если мы поставили вот здесь отметку режим технического специалиста, то в этом случае вам доступны будут другие функции, но здесь нужно хорошо понимать, что когда вы включаете расширенный режим, то это подразумевает под собой, что вы уже хорошо знаете, что вам нужно добиться, и уверенно работаете в программе. Если вы в себе не настолько уверены, то, конечно, эту галочку лучше не ставить. Так. Снова вернемся к нашим слайдикам. И вот на что мне хотелось обратить внимание. То есть мы с вами выбрали параметры, установили параметры. И теперь можем проверить еще другие настройки. Возвращаемся в демобазу и смотрим, что у нас при этом получилось. То есть в разделе администрирования у нас с вами есть... Ай, блин. Вот такое меню. То есть в этом меню вы можете проверить те настройки, которые у вас уже даны. То есть это общие настройки. И в этом случае вы проверяете данные, которые у вас здесь внесены. И немножко пройдемся, что такое. То есть публикация информационной базы. Соответственно, если вы хотите, чтобы это было в интернете видно, то вы вот по этим подсказочкам можете действовать. Заголовок программы – это тот текст, который будет отражаться вот в этой верхней линейке меню, то есть это как вы будете видеть название вашей программы. Контактная информация – это маска телефонов, адресов и так далее. То есть в этом случае, если мы проваливаемся по этой ссылке, мы задаем, например, маску телефона плюс 7, там код города и там 5 или 6-значный номер, в зависимости от того, как в вашем городе телефонные номера используются. При проведении настроек в любых конфигурациях, что, например, в ЗУПе, что в ERP, самое основное – читать информацию, которая у вас высвечивается на экране, и, соответственно, отмечать чекбоксами, это красивая зеленая галочка, те настройки, которые вам нужны в ежедневной работе. И, естественно,
Вы выбираете то, что доступно, проставляете чекбокс, и в конфигурации активируется определенный блок функциональных опций, документов, отчетов и так далее. Сейчас мы не будем на этом подробно останавливаться, мы пойдем немножко дальше. И следующий пункт – это настройка. Настройка у нас с вами разделена, то есть есть расчет зарплаты, есть кадровый учет. И вот такое меню. То есть, в принципе, вам нужно проверить, как заполнены сведения про вашу организацию, про структуру вашей организации, то есть какие у вас есть подразделения, должности. Ну, то есть всю информацию, которую вы видите на экране, вам по-хорошему нужно пройти и проверить, соответствует ли она действительности, потому что изменений было достаточно много в течение этого года. Просто подстраховаться, что вы ничего не упустили. И после того, как мы с вами проверили настройки, мы можем переходить уже в конкретные разделы, то есть, например, кадры или заработная плата, и уже делать те документы, которые вас интересуют. Хочу обратить внимание на блок классификаторы и обратить ваше внимание на то, что в классификаторы добавилось несколько новых позиций, то есть, например, трудовые функции. То есть это тоже надо проверить, потому что это информация, которая касается изменений в договорах гражданско-правового характера. То есть с этого года у нас изменилось и налогообложение таких договоров, и стали они немножко по-другому группироваться. Если раньше был один, то есть договор гражданско-правового характера, то теперь, как вы видите, есть договор авторского заказа, обычный договор, по которому в основном оформляются документы, то есть договор работы и услуги. И дальше вот вы видите список, который имеет определенные аббревиатуры. То есть нужно проверить, все ли у вас есть, все ли у вас здесь настроено. И после того, как мы прошлись по вот этим вот настройкам, нас интересует кадровый учет, потому что в основном неявки оформляются кадровыми сотрудниками, и, соответственно, мы сейчас сначала посмотрим кадры, раздел кадры, вот он у нас, и уже затем раздел зарплаты посмотрим, как оформляются первичные документы и как оформляются расчеты по этим документам. То есть, если мы с вами переходим в раздел кадры, то здесь у нас тоже, как вы видите, несколько столбцов, и идут настройки, которые нам надо проверить. Мы сегодня немного уделим времени штатному расписанию, потому что в ЗУПе, в конфигурации зарплата и управления персоналом, штатное расписание играет большую роль, но мы можем отключить введение штатного расписания. В других конфигурациях, куда входит ЗУП, то есть блок зуповский, такой возможности нет. То есть, например, в ERP штатное расписание мы не сможем отключить. И еще один момент, сейчас этому уделяется большое внимание, это раздел воинского учета. То есть в настройках мы тоже должны проставить чекбокс, и тогда у нас активируется блок воинского учета и документы, с которыми мы можем работать в этом случае. Штрафы сейчас за отсутствие кадрового учета или за нарушение, например, не сообщение в военкомат о том, что у вас там, например, уволились или поступили на работу сотрудники, или о том, что пришли какие-то документы из военкомата, например, электронная повестка или еще что-то. В этом случае штрафы до 400 тысяч, и, конечно, нарваться на такой штраф только потому, что не проставлен флажок и не активирован этот раздел, было бы очень обидно. Сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдам и поговорим еще раз про настройку, которая касается уже не кадрового учета, а расчета заработной платы. То есть это раздел «Расчет заработной платы», и здесь нас интересует, вот вы видите, здесь у нас есть ссылка, и по этой гиперссылке мы можем настроить составы начислений, удержаний. Ну, то есть, соответственно, вот вы видите красивые зеленые галочки, это чекбокс, то есть он активирует работу какого-то функционала. И, соответственно, если мы с вами говорим
про неявки, то в этом случае мы должны проставить флажки, которые вот вы видите сейчас на слайде. Мы сейчас переключаемся обратно на нашу демо-базу. И сейчас мы с вами перейдем из меню кадры в меню зарплата. И, соответственно, здесь у нас с вами будет возможность смоделировать ситуацию, которая показана у меня на вот этом вот слайдике. То есть нас интересует расчет зарплаты и настройка состава начисления и удержания. Значит, вот у нас расчеты и выплаты, отчеты по зарплате, все начисления и сервис 1С кабинет сотрудника. Это подключаемый сервис, который очень экономит время бухгалтеров, потому что через него можно получить большинство справок, которые раньше получать надо было в бухгалтерии. В этом случае сотрудник может сам зайти и получить ту справку, которую вам требуется, не отвлекая специалиста от его работы. Значит, если мы переходим в раздел расчеты и выплаты, у нас с вами открывается вот такое меню, и, соответственно, будут отражаться документы, с которыми вы работали, которые вы уже рассчитали или еще что-то. Ну, то есть это фактически рабочее место. Снова мы вернемся в меню зарплата. Все начисления. Все начисления – это журнал ваших начислений. Работать с этим журналом можно так же, как с любыми другими. То есть вот эта вот выделенная серым строка – это заголовки, по которым мы можем сортировать соответствующую информацию в колонках. То есть, например, если вы хотите отсортировать по дате, вы просто нажимаете, и это сортировка по уменьшению даты, по увеличению даты. Точно так же можно выбирать и другие параметры, то есть месяц, номер, организация, если у вас несколько организаций, ну, то есть вся информация, которая отражается у нас в журнале. Зарплата. И, соответственно, нас интересует блок бухучета, то есть здесь бухучет начислений, зарплаты и для того, чтобы отразить начисление вашей зарплаты, вам нужно, соответственно, проверить, все ли у вас здесь настроено так, как соответствует действительности. Начисление зарплаты в ЗУП производится одним документом, который рассчитывает и начисление заработной платы, и налогов. И, собственно говоря, после того, как вы произвели начисление, у вас уже вся информация есть. И особенность конфигурации ЗУП в том, что несмотря на то, что она достаточно трудоемка в первоначальном заполнении, то есть вам надо заполнить достаточно много справочников, достаточно много другой информации, а после того, как вы все заполнили, если вы заполняли аккуратно, не оставляли пропущенных полей, то практически работа в программе сводится уже к диспетчерской функции. То есть вы создаете документы, вводите те документы, которые получили, например, от сотрудника, и после этого программа автоматически рассчитывает уже то, что вам требуется. Ну вот мы с вами сейчас перейдем в меню кадры, и будет нас интересовать вот что. То есть в первом столбце у нас сгруппированы основные документы, с которыми, в общем-то, приходится работать. И поскольку мы с вами говорим про неявки, нас с вами будет интересовать, вот, начиная отсюда, то есть все отсутствия сотрудников, ну и, соответственно, дальше, в зависимости от вида неявки, и оплачиваемая она или неоплачиваемая. Если мы с вами переходим в раздел «Все отсутствия сотрудников», но у меня вот сейчас здесь введены больничные листы, то по кнопке «Создать» мы с вами можем достаточно большой ассортимент документов получить. То есть, соответственно, больничный лист – это обычная
Ситуация, когда сотрудник болеет, и нам надо первые 3 дня за счет работодателя ему рассчитать. Ну, соответственно, командировка – это отсутствие по уважительной причине, естественно, оплачиваемое. И здесь есть некоторые свои особенности. Ну, у нас сейчас будет интересовать отсутствие в связи, например, с отпуском, в связи с болезнью, прогулами и прочими неявками, например, когда вы не знаете причины, по которой сотрудник не явился на работу, и, соответственно, отсутствие в связи с, например, простоем, с вынужденным простоем, то есть когда сохраняется заработная плата и простой считается не прогулом, а по уважительной причине. Сейчас мы с вами еще раз вернемся к нашим слайдиком. Это мы с вами уже посмотрели. То есть при расчете заработной платы нас интересует вот такая гиперссылка, в которую нам надо зайти и проставить чекбоксы, которые соответствуют вашим реалиям. Ну, то есть, соответственно, с вашими бизнес-процессами настраиваться. Больничные листы мы с вами уже были, это в разделе «Зарплата». Мы выбираем больничный лист и уже вводим живые документы, поскольку, как вы знаете, в этом году у нас больничные листы поступают только в электронном виде, то, соответственно, информация из фонда соцстраха бывшего, сейчас это объединенный единый фонд России, то, соответственно, когда мы получаем информацию, что, например, работнику был выписан больничный лист, то мы с вами идем в меню «Зарплата» и вводим новые больничные листы. Каким образом мы работаем с больничным листом? Снова возвращаемся в нашу демонстрационную базу. То есть, когда я по кнопочке «Создать» выбираю, например, больничный лист, а вот у меня есть уже один заполненный больничный лист, у нас с вами появляется вот такой интерфейс. То есть, здесь мы указываем номер листка нетрудоспособности. Если мне нужно получить, то есть, я знаю, что больничный лист выписан, но, например, мне не пришло уведомление, я могу получить данные вот по этой кнопочке. И практически сам по себе больничный лист, работа с листком нетрудоспособности на самом деле у нас не особо изменилась. То есть если у нас больничный листок идет как продолжение старого листка, то, соответственно, мы вот здесь проставляем флажок и попадаем в журнал больничных листков и выбираем больничный лист, который был первичным по отношению к данному. Здесь нужно вот про что помнить, то есть у нас стаж, когда мы оформляем карточку сотрудника, нужно обязательно установить стаж, потому что от этого будет зависеть и размер оплаты, и многие другие начисления. То есть, соответственно, вот такие красные подчеркивания, это значит, что поле обязательно к заполнению. И, соответственно, если мы считаем стаж работника по трудовой книжке, то ставим точку здесь, и вот это поле мы должны обязательно заполнить и, соответственно, проставить данные его стажа. Или может быть другая ситуация, что человек еще не имел трудовой книжки, только устроился на работу. В этом случае мы проставляем с момента приема на работу, и здесь у нас дальше программа будет уже автоматически рассчитывать его стаж. Здесь нет ничего нового. В предыдущих версиях и релизах был такой же механизм. И у нас, собственно говоря, здесь сразу отражается, собственно говоря, условия начисления и расчеты. То есть, если мы учитываем заработок предыдущих страхователей, например, если человек устроился к нам в середине года, то, соответственно, мы проставляем вот здесь чекбокс. На закладочке «Оплата» нам нужно проставить данные, которые у нас в больничном листке указаны. И если у человека нет каких-то льгот, то, соответственно, вот это
окно мы оставляем не заполненным. И здесь у нас идет расшифровка начисления, которые даны по больничному листку, то есть указаны периоды и, соответственно, начисления, которые произошли в программе. Так, сейчас мы это пока немножко закроем, нам это немножко сейчас не нужно. Нет, нам не надо сохранять изменения. В разделе кадры, что для нас еще важно? То есть, соответственно, если у нас человек уходит в отпуск, то в этом случае мы проводим начисление отпускных вот таким образом. То есть мы переходим в журнал и создаем вид отпуска. То есть, как мы уже с вами говорили, отпуск у нас может быть очередной оплачиваемый, может быть отпуск без сохранения оплаты, то есть за свой счет. Ну и, соответственно, в этом случае будут разная информация. Ну вот, например, мы возьмем обычный отпуск. В этом случае у нас заполняются сведения, которые к этому отпуску относится, то есть с какого по какое. Компенсация отпуска, напомню, что у нас сейчас допускается только при увольнении, и, соответственно, заполняется последующая информация. Если у нас какой-то дополнительный отпуск, то мы здесь проставляем отметочку, и тогда уже заполняем информацию касательно этого случая. И на закладочках начислено, у нас будет отражаться фактический расчет, и на закладочке дополнительно будет указан бухгалтерский счет, на котором отражается заработная плата. То есть, например, если производственные работники, то это будет там 20-й счет и так далее. Это, опять же, повторюсь, зависит от настроек, которые вы задали в программе. Здесь вы видите точно такое же меню, то есть отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу и возврату из отпуска. Вот на этом моменте мы немножко подробнее остановимся, потому что на самом деле здесь очень важно то, что в этом году у нас изменены виды пособий и, соответственно, первичные документы, которыми сопровождаются уход в отпуск, должны быть оформлены и в ЗУПе, и в документообороте в фактическом правильно. То есть, соответственно, работник должен подать заявление. Вот если мы выбираем, например, отпуска по уходу, то есть если есть ребенок и, например, ребенок до 1,5 лет, то в этом случае сотрудник должен подать вам некоторые документы. То есть это в первую очередь заявление на предоставление отпуска. То есть наличие, например, одного больничного листа по беременности и родам недостаточно для того, чтобы предоставить сотруднику отпуск по уходу за ребенком, несмотря на то, что это законодательно у нас закреплено. То есть, соответственно, я выбираю сотрудника, сначала, вернее, прошу прощения, я выбираю организацию, которая у меня настроена на ведение мультифирменного учета, то есть у меня есть основная организация с двумя филиалами. Если я выбираю организацию, то у меня, соответственно, сразу появляется возможность выбрать сотрудника, который относится к этой организации. То есть я могу вот таким вот образом, ну, например, давайте мы возьмем этого сотрудника, и в этом случае, значит, мы выбираем, какой вид отпуска. Значит, в нашем случае мы выбираем отпуск по уходу за ребенком, и дальше практически так же, как в предыдущих релизах, мы заполняем информацию по датам. То есть берем день, следующий за днем окончания больничного листа, и здесь проставляем дату, которая касается возраста ребенка, то есть когда ему исполнится, ну, например, 1,5 года. И дальше заполняем, что на основной закладочке пособия мы проставляем нужные отметки, выплачивать по, здесь проставляем какую дату,
И, соответственно, первый или не первый ребенок, ну, то есть заполняем информацию, которую видим в диалоговом окне. Начисления, которые должны или не должны происходить, и льготы. То есть, возможно, сотрудник имеет какие-то дополнительные льготы, кроме общепринятых. И в этом случае мы их указываем здесь, то есть указываем размер и указываем конкретный вид этого, конкретный вид льготы. После того, как мы заполнили отпуск, то есть заполнили параметры отпуска, мы, соответственно, можем уже дальше проводить начисления, проводить другие операции, которые могут быть, то есть, например, изменение отпуска, если этот человек решил досрочно выйти из отпуска, и с ребенком будет сидеть кто-то другой из родственников. Так, мы сейчас это закроем. Нет, нам изменения сейчас не нужны. И снова вернемся к нашим слайдикам. Вернемся мы сюда вот для чего. Вот вы видите на этом слайде, собственно говоря, интерфейс для заполнения больничного листка, то есть то, что мы с вами посмотрели. И здесь для нас будет интересно вот что. То есть параметры, которые мы с вами настраивали, которые сначала мы с вами смотрели через вот эту пиктограммку, где были, настраивают. У меня здесь было первоначально отмечено форму в закладках. Ну, рекомендуем, конечно, выбирать такси, потому что это и более компактное отражение, и легче переходить между разделами. То есть, в принципе, это более удобный формат. И напоминаю, режим технического специалиста мы с вами лучше всего не ставим, чтобы не накосячить, так сказать. Вот. И интересует нас сейчас еще вот что. То есть мы с вами побывали в разделе «Кадры» и посмотрели отпуска оплачиваемые. То есть это отпуск очередной и отпуск, который связан с беременностью и родами. Причем обратите внимание, несмотря на то, что когда женщина уходит в декретный отпуск, то фактически это не отпуск, это больничный лист, и аббревиатура Б и Р это как раз больничные и роды. То есть на самом деле она находится на больничном, на период родов. Но в некоторых организациях все равно требуют, чтобы кроме того, что она представляет больничный лист, или вы его получили по электронным каналам связи, требует, чтобы она написала заявление на отпуск по беременности и родам. В принципе, обычно это требуется на более крупных предприятиях, где уже документооборот утвержден именно вот в таком объеме. Но, тем не менее, это не является обязательным. А дальше у нас с вами вот такой слайдик я вам покажу. Это если у нас происходит отсутствие, когда вы не знаете. Может быть, например, человек вам позвонил, что он заболел, но больничный лист еще либо не выписан, либо не закрыт больничный лист. Ну, то есть вы вроде как знаете, что человек заболел, но документального подтверждения пока не имеете. Есть и такой, может быть, и такой случай. Сейчас мы с вами еще раз вернемся сюда. То есть вот у нас раздел «Кадры». И, значит, у нас здесь отсутствие болезни, прогулы и неявки. То есть вот этот пункт меню позволяет нам работать не только с больничными листами, то есть уже здесь мы можем и списком выбирать, и персонально на каждого сотрудника. То есть, соответственно, если мы выбрали такой вариант, мы опять же выбираем организацию, которая нас интересует, выбираем сотрудника, который нас интересует. У нас тут вот Ойлина Ирина Валерьевна. И вот здесь вот мы уже отмечаем причину отсутствия.
То есть, например, если человек сообщил, что ему открыт больничный, но еще не закрыт, мы можем проставить вот здесь кнопочку, обратите внимание вот на этот вопросительный знак. То есть это контекстная справка и, собственно говоря, пояснение к вот этой отметочке. То есть мы выбираем, ставим сюда точку только в том случае, если больничный лист еще не закрыт. То есть для того, чтобы у нас в табеле человек отражался правильно. То есть в этом случае у нас в табеле будет стоять, например, если у нас больничный закрыт, то у нас в табеле будет стоять Б, то есть что он болел. И если у нас отсутствие по невыясненной причине, то, соответственно, мы ставим вот сюда вот отметочку, и, как вы видите, здесь немного изменился интерфейс. То есть при расчете начислений мы в этом случае, если мы проставили вот сюда по невыясненной причине, будем вычислять, будем при расчете заработной платы выбирать отсутствие по невыясненной причине. И здесь у нас мы можем выбрать, мы можем создать новые какие-то причины, ну или можем воспользоваться уже предопределенными, которые заданы при установке конфигурации. Так, мы с вами сейчас, извините, сделаем вот так, чтобы нам это не очень закрывало. Вот так сделаем. И покаместь эту причину нет, не сохраним и вернемся снова в общее меню. То есть, соответственно, отсутствие по невыясненным причинам может в последующем обернуться, например, у человека какое-то серьезное заболевание, он попал в больницу, и, например, у него больничный лист на длительный период. То есть, естественно, в этом случае вы в последующем будете регулировать это все табелем. Табель – это у нас документ, который фиксирует фактическое время, и, соответственно, по каждому подразделению, например, у вас будет свой табель. Но мы с вами еще не поговорили, что табель очень тесно связан со штатным расписанием, и редактируется штатное расписание вот здесь, то есть у нас штатное расписание отражает состояние всех сотрудников, а точнее должности, которые заняты какими-то сотрудниками, то есть какими-то ответственными лицами. Это справочник «Ответственные лица», который устанавливает, кто у нас является, например, вот генеральный директор. Чтобы задать сведения про генерального директора, про должность, не про конкретного человека, а для штатного расписания составить сведения, то, соответственно, у нас вот такой интерфейс, основная закладочка оплата труда. То есть, если есть разряды, мы их можем задать, если нет, устанавливаем оклад. Допустим, ну, оклад это одна информация. Кроме оклада, мы можем здесь указать информацию, например, по премированию, по дополнительным выплатам, ну и так далее. То есть, соответственно, вся информация, которую мы внесем вот сюда, у нас попадает в штатное расписание. А должности мы тоже устанавливаем самостоятельно. Это у нас отдельный справочник должностей, который редактируется самими пользователями. Но нужно быть очень внимательным со штатным расписанием, потому что, соответственно, этот документ у нас должен быть, во-первых, утвержден руководителем. Штатное расписание может быть установлено, например, при изменении какой-то структуры вашей, то есть добавлением новых должностей, реорганизациями и так далее. Но обратите внимание, что в штатном расписании в обязательном порядке должен быть документ утверждения. И если мы переходим по гиперссылкам, то есть вот вы видите их, например, открыть документ, утвердивший вот конкретное штатное расписание, где указаны оклады, тарифы. Если вы составляете штатное расписание, нужно помнить вот о чем. То есть у нас в штатном расписании не могут быть
указаны оклады ниже МРОТ. То есть, если у нас на этот год установлен МРОТ там 16 тысяч и выше, то, соответственно, и в штатном расписании у вас должно стоять 16 тысяч. Но если человек реально получает не 16 тысяч, например, а там 14-12, то в этом случае он работает не на полную ставку, а, например, у вас предусмотрена целая ставка, а человек у вас может работать там, например, не полный рабочий день, 4 часа, то есть это будет 0,5 ставки, или, ну, соответственно, столько, сколько он у вас реально отрабатывает. И к штатному расписанию достаточно много привязано дополнительных документов. Мы про них поговорим сегодня еще, но немножечко вскользь, потому что, к сожалению, у нас время ограничено. Так. Напомню, что в бумажном формате штатное расписание должно быть распечатано, утверждено, подписано руководителем и утверждено печатью, соответственно. Если нам надо внести какие-то изменения, то для этого делается дополнительно приказ, что внести в штатное расписание с такого-то момента какие-то изменения. То есть, может быть, увеличить оклады, может быть, ввести какие-то новые должности. То есть, в этом случае мы должны использовать вот эти киперссылки, потому что потом, ну, например, мы составили новое штатное расписание и внесли, что у нас эксперт, например, второй категории будет получать не 35, а 33 тысячи. В этом случае мы должны составить приказ и, соответственно, его использовать. На основании этого документа мы можем внести назначение рабочих мест сотрудникам, то есть прикрепить конкретных физических лиц к сотруднику. Обычно это делается при приеме на работу, то есть приказом о приеме на работу мы принимаем человека в такое-то подразделение, на такую-то должность и на такой-то оклад. Мы можем поставить отметку, что контролировать штатное расписание. А можем не ставить, то есть документ мы будем вести, но программа не будет контролировать, что у вас, например, предусмотрена одна ставка, а вы приняли уже двух человек. Ну, естественно, если стоит контроль штатного расписания, то программа вас предупредит, что вы погорячились и вы набрали сотрудников больше, чем предусмотрено штатным расписанием. И еще один момент. Когда мы с вами делали настройки, мы должны были проставить отметку, что ведется воинский учет. В этом случае у нас появился вот такой блок «Воинский учет». И, соответственно, при проведении кадровых мероприятий, то есть прием на работу, увольнение, перемещение, мы должны составить отчет ЕФС-1. И в этом случае у нас дается срок не позднее следующего дня после проведения кадрового мероприятия. А при работе с воинским учетом мы тоже должны подать сведения о кадровых изменениях в воинский комиссариат. Но единственное, что сроки у нас здесь немножко более лояльные. Раньше было, например, 2 недели, сейчас в течение 5 дней. То есть в течение 5 дней мы должны подать в военкомат сведения об увольнении или о приеме нового сотрудника. Ну, естественно, идет разговор о том, что в основном чаще всего это мужчины, то есть военно обязанные сотрудники. И за несообщение сведений о движениях, естественно, самая большая ответственность и штрафные санкции предусмотрены за неуведомление комиссариат о том, что у вас произошли какие-то изменения и так далее. На самом деле, работа с воинским учетом здесь достаточно комфортно организована. Здесь я имею в виду в конфигурациях 1С, потому что здесь достаточно... Нет, нам этого не нужно. Не нужно. Мы сейчас снова вернемся
Вот сюда. И, собственно говоря, когда мы задаем с вами учетную политику на ваши юрлица, мы ставим отметочку, что воинский учет ведется, и тогда из этого раздела, то есть из закладочки «Воинский учет», мы можем распечатать документы, которые регламентируют ведение воинского учета. Они уже готовы, если вы не поленились заполнить полностью информацию про вашу организацию, то есть указать его ответственных лиц, указать всю информацию, которая в регистрационных данных обычно публикуется, то вы можете сформировать этот документ уже готовый, то есть в него будут подставлены и ответственные лица, и сформированы все мероприятия, и вам нужно будет только подать эти сведения в военкомат. Сотрудники военкомата сами заведут на вас личное дело и внесут информацию, которую от вас получили. И в дальнейшем, когда вы работаете уже с листками сообщения об изменениях, то вы получаете, вот, например, я создаю новый листок, выбираю конкретно свою организацию, выбираю сотрудника, выбираю первую попавшуюся жертву. А вот, и, соответственно, в этом случае заполняю информацию, которая должна быть. При этом у меня формируется сразу и печатная форма, сейчас пока нет, и я заполняю сведения о сотруднике. Сведения беру из военного билета и, соответственно, воинское звание, категорию учета и все остальное я переношу сюда. И в этом случае у меня формируется, ну, например, сделаем вот так, рядовой. Это классификаторы и справочники, которые уже загружены по умолчанию. Соответственно, я из воинского билета или из удостоверения офицера запаса, например, переношу сюда информацию, и у меня формируется печатная карточка. Все-таки мне придется ее сохранить, потому что я хочу вам показать один момент. То есть так, здесь мы заполнили всю информацию, и теперь я хочу вывести, записать и продолжить, вывести сам листок. То есть, как вы видите, здесь, в общем-то, расположены все кадровые данные, которые при приеме кадровые специалисты заполняют. Но вот здесь вот должна стоять печать, ну, соответственно, фамилия, имя, отчество сотрудника, который отвечает за учет, и о том, что эта карточка согласована с воинским комиссариатом. То есть, если на карточке нет отметки военкомата, то доказать, что вы ведете воинский учет, будет очень проблематично. Так, это мы пока закрываем. И снова возвращаемся в кадры. На самом деле, здесь у нас мы отсюда из этого раздела, из раздела кадры, можем посмотреть и отчет, который у нас сформируется, ИФС-1, который мы должны будем подать в налоговые органы. И, соответственно, вот если это был военно обязанный, то и по нему сформируется. Кроме того, что у нас есть отсутствие, то есть от неявки, про которую мы начали разговор, мы имеем возможность после задания штатного расписания, после заполнения сведений про воинский учет, просмотреть, какие у нас еще имеются меры поддержки сотрудников. То есть у нас в разделе «Кадры» есть вот такой вот блок пособия, то есть это социальная защита сотрудников. Например, если внесли какие-то изменения в электронный больничный лист, ну, то есть вы видите вот суммы, точнее не суммы, список вы видите на экране, но здесь есть одна тонкость. То есть, если, например, раньше, когда у нас сотрудница уходила в декрет и приносила больничный лист, то начислялось, соответственно, начисление шло по больничному листу и по справке о постановке на учет в ранние сроки беременности. То есть получали его все сотрудники без исключения, оно было не слишком внушительным, но тем не менее порядка 500 рублей
они получали все. Сейчас, в 2023 году, у нас объединены все эти пособия, пять видов разных пособий объединены в одно, и предоставляется оно, соответственно, опять же, если вы приносите справку о том, что постановка на учет происходила в ранние сроки беременности, то от вас потребуют еще дополнительных сведений о прожиточном минимуме на человека. То есть необходимо будет сделать расчет и сравнить его с прожиточным минимумом. Если среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, то в этом случае, естественно, сотрудник будет получать такое пособие. Оно будет, конечно, гораздо выше, чем 500 рублей, но теперь это касается не всех, а только в соответствии с среднедушевым доходом на каждого члена семьи. У нас в ЗУПе реализован обмен, то есть мы можем работать с конкретными, то есть обращениями в бывший фонд ФСС и так далее. То есть есть возможность обмениваться и письмами, и справками, и любыми документами. Это мы с вами были в разделе «Кадры». Ну и если, например, сотрудник был в отпуске по уходу за ребенком, то теперь, как я уже говорила, он может прекратить отпуск раньше, то есть до того, как ребенку исполнится, например, 1,5 года, выйти на работу и сидеть с ребенком может любой его другой член семьи, то есть только не обязательно родственник. То есть теперь у нас несколько разных пособий, как я уже говорила, порядка 5 штук объединены в одно. И то есть детки могут получать пособие с 0 лет до 17. И эти пособия у нас продлеваются на срок, если ребенок учится на очной форме, то в этом случае продлевается возраст, до которого он может получать, до 23 лет. То есть, если это очная форма, ему надо будет брать справку в учебном заведении о том, что он является учащимся очной формы, и в этом случае, соответственно, имеет право сотрудник на получение пособия за ребенка. Сейчас снова мы с вами вернемся к нашим слайдикам и чуть-чуть, так сказать, поговорим на отвлеченные от практики темы. То есть это комментарий относится к тому, что мы с вами посмотрели по больничному листу. То есть если мы выбрали отсутствие по невыясненным причинам, у нас больничный еще не закрыт. Вот вы видите, это просто напоминание, куда нам надо перейти для того, чтобы отразить такую ситуацию. И на этом слайдике вы как раз-таки вот эту картинку и видите, которую мы уже посмотрели, и видите подчеркнуто, что больничный еще не закрыт. То есть на это надо обратить внимание. А по комментариям мы по контекстной справке, вот в конце строки вопросительный знак, мы с вами посмотрели, когда это может быть применено. Ну и, соответственно, что если больничный он все-таки, например, открыт, то в табеле будет отметочка «Б» – больничный лист. Если человек в отпуске, то, соответственно, будет стоять обозначение «О» и так далее. Ну, то есть, если вы с больничными листками сталкиваетесь, то вы как бы знаете, как это выглядит вот таким образом. То есть вот если человек был на больничном листе, то у меня в табеле рабочего времени будет отметка, что он болел, там и, соответственно, период больничного листа. Как мы с вами смотрели в разделе «Кадры», у нас есть отсутствие с сохранением заработной платы и без сохранения заработной платы. То есть, например, если работник хочет взять отпуск за свой счет, то, естественно, вы выберете без сохранения заработной платы.
Нужно сказать, что сами по себе формы, которые нужно заполнять при оформлении больничного листка, отпуска, они, в принципе, остались без изменений. То есть, несмотря на все изменения, которые у нас происходили в этом году на законодательном уровне, собственно говоря, именно заполнение документов, которые были ранее в ЗУПе, ну, практически осталось таким же, потому что и документы, в общем-то, остались те же самые, то есть и табель, и больничный лист. От того, что больничный лист стал электронным, информация, которая в нем указывалась, в общем-то, у нас не изменилась. И следующий момент, на который хочу обратить внимание, то есть уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком. Требуется заявление от сотрудника не только если он выходит, например, досрочно до окончания отпуска, но и в том случае, если это произошло по сроку, то есть, например, у него отпуск предоставлен там по сегодняшний день, и он выходит на работу завтра. То есть документ уведомления о прекращении отпуска составить все равно стоит. Снова переключаемся на наши с вами примеры, то есть на нашу демо-базу. И хочу отметить вот какой момент. То есть это мы с вами смотрели по разделу кадровый учет. Соответственно, в кадровом учете отражаются первичные документы, которые оправдывают или наоборот не оправдывают отсутствие сотрудника и какие-то передвижения, которые с ним связаны. То есть перемещение, например, из подразделения в подразделение и так далее. И, собственно говоря, где фиксируются условия, которые работнику предложены при приеме. Как вы видите, информации, которая здесь содержится, ее достаточно много, и вы должны аккуратно заполнять все документы, потому что какое-то незаполненное поле, на которое вы, может быть, не обратили внимания, это практически либо будут нарушения в отчетах, либо вам придется в ручном формате ручного редактирования их заполнять, либо не будут заполняться какие-то расчеты. И обратите внимание еще вот на вот этот раздел, то есть это дополнительно условия, которые, например, какие премии у вас существуют, как оплачиваются работа выходные и праздничные. То есть, например, может быть ситуация, когда у вас плановый отпуск в периоде, которого возник больничный лист, и идет наложение периодов болезни, отсутствия по болезни и отсутствия в отпуске. То есть у вас в этом случае должно быть либо пересчитан отпуск, увеличен на период больничного листа, либо принято другое какое-то решение про предоставление или перенесение отпуска на другой период. В разделе «Зарплата» у нас есть пересекающиеся данные, то есть в разделе «Кадры» у нас, как вы видите, есть отпуска, командировки и так далее. И в разделе «Зарплата» у нас тоже есть с вами отпуска, командировки и так далее. То есть если в разделе «Кадры» практически одни и те же справочники, но в разделе «Кадры» мы не производим никаких начислений, а вот в разделе «Зарплата» у нас, собственно, предусмотрено начисление именно расчетов, то есть либо по больничным, либо расчет отпускных. Ну, то есть, соответственно, еще раз перейдем в зарплату. Либо прекращение каких-то пособий, например, выплаты пособий и так далее. И работа с договорами, договорами гражданско-правового характера. Ну и, соответственно, если у нас мы выбираем в заработной плате отсутствие болезни, прогулы и неявки, то это уже конкретно влияет на начисление заработной платы. Обратите внимание, у нас вот здесь вот есть раздел начисления зарплаты и взносов. Это, опять же, общий журнал всех начислений, которые у нас происходят. Ну, вот я, например, открою, открою, открою. Вот этот, например, расчет.
То есть, как вы видите, у меня идет начисление по окладу. Если они работали по каким-то дополнительным договорам, то, соответственно, у меня здесь должно быть отражено там договор гражданско-правового характера или еще что-то. И вы видите, сразу у меня отражается начисление и удержание. То есть удержание, если мы посмотрим контекстную справку, то в этом случае у нас здесь отражается НДФЛ. А по НДФЛ, к сожалению, в этом году у нас отдельная песня, потому что НДФЛ уже, так сказать, в середине года, в середине периода менялся несколько раз. И, к сожалению, видимо, это еще не итоговое состояние, то есть еще будут внесены изменения. Что еще в меню заработная плата нас интересует по поводу, например, отсутствия, то есть неявок и так далее, то в этом случае у нас нужно обратить внимание на авансы. То есть у нас, если раньше начисление происходило в конце месяца, то есть днем начисления зарплаты считался НДФЛ, то теперь, как вы знаете, мы должны подавать два уведомления, например, на выплату аванса и на выплату заработной платы, то есть начисление зарплаты и начисление НДФЛ у нас происходят по дню фактической выплаты. И, соответственно, в связи с этим, если мы раньше могли установить, что, например, аванс у нас составляет 40% от заработной платы, от оклада, то сейчас мы должны провести начисление за первую половину месяца и начисление за вторую половину месяца. В разделе «Зарплата» у нас есть блок «Учет рабочего времени», который, собственно, посвящены составлению табелей и графиков. Вот здесь обратите внимание на работу с первичными документами, потому что график, допустим, вот если мы создаем новый график, то можно по кнопке «Заполнить», можно через подбор подобрать сотрудников. Ну, допустим, я подберу какого-нибудь сотрудника, первого попавшуюся жертву. То я могу и в ручном формате заполнить этот график. Если у меня вся информация по организации, например, график работы этого сотрудника, другого заполнен, то у меня сразу построится готовый документ. А вот уже табель строится с изменением по факту. То есть, например, планировалось, что человек отработает неделю, он отработал 3 дня, а потом, например, либо ушел на больничный, либо уехал в командировку. Ну, то есть в табеле у нас уже будет с вами немножко другая картина, как мы посмотрели с вами. Сейчас я вернусь на тот слайд. То есть в нашем случае будет либо явка, либо дополнительный отпуск, либо, ну, какая-то другая аббревиатура. Так. К сожалению, у нас уже с вами кончилось время. Я возвращаюсь снова к нашему титульному листу и хочу показать вам еще раз наши контактные данные и, собственно говоря, пригласить вас к сотрудничеству, что компания Кодерлен выполняет любые работы, которые связаны с программным обеспечением семейства 1С, то есть и внедрение, и продажа, и настройка, и доработка. Милости просим к сотрудничеству. Мы будем рады оказаться вам полезными. Компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, и за интерес к нашему мероприятию. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго.